Казанский центр светомузыки «Прометей» решил реконструировать очень интересный проект, который был сделан в 1996 году нашими корифеями, нашими специалистами в области светомузыки. Это Булат Махмудович Галеев и Ирина Леонидовна Ванечкина. В день открытия Большого зала Казанской консерватории, находящегося рядом с нами, ректор Казанской консерватории Рубин Кадырович предложил Булат Махмудовичу исполнить световую партию «Прометея». Но так как это было, сроки были очень короткие, Булат Махмудовичу пришла хорошая мысль соединить двух мастеров: Александра Николаевича Скрябина, который создал поэму «Прометей», поэму «Огня» со световой партией «Лючи», и русского абстракциониста Василия Васильевича Кандинского.